Петровско-Разумовская, установочный пункт, пассажирская платформа на главном ходу Октябрьской железной дороги в Москве. На остановочном пункте до 2012 года было три пассажирских платформы, две бокового типа, одна островного типа, обслуживающих три пути. Третья платформа фактически работала как боковая, только на средний путь от проходящего рядом первого пути была отгорожена забором. Платформы соединены пешеходным мостом. Они оборудованы турникетами, выходы из турникетных павильонов как в восточном направлении, так и в западном. В связи с прокладкой четвертого пути в 2012 году демонтирована средняя платформа и заменен пролет пешеходного моста. По состоянию на 6 октября 2013 года прокладка четвертого пути в районе платформы завершена. Для его пуска необходимо спрямление и монтаж контактной сети, завершенные к 30 сентября 2015 года. Платформа является пересадочной на станцию московского метрополитена Петровско-Разумовская. Пройти к станции метро и автобусной остановки можно по линейной улице. В шаговой доступности от платформы находится платформа окружная Савеловского направления. Платформа названа по селу, вошедшему в состав Москвы в 1917 году. На станционном проезде сохранилось старое одноэтажное здание вокзала, сейчас в этом качестве оно не используется. Годовой пассажиропоток 4,1 миллиона человек.